Друзья, автор этого видео утверждает, что с помощью утюга и фольги можно заменить тостер. Давайте проверим. Берем фольгу, два тоста. Для того, чтобы образовалась корочка, наносим растопленное сливочное масло на одну сторону тоста. Два кусочка красного чеддера, верхней стороной, которая со сливочным маслом, накрываем и собираем. Закручиваем по бокам для того, чтобы создать герметичность. Автор видео утверждает, что нужно 5 минут с каждой стороны. Осталось у нас меньше минуты. Я чувствую, что там все горит, все вытекает, утюг портится. Но мы честные и дождемся до конца. Погнали, снимаем утюг. Я не верю, что там что-то поджарилось, честно сказать. Вау! Чуть-чуть поджарился, но я такой как раз-таки люблю. Прикольный лайфхак. Я, конечно, куплю себе тостер лучше.